Что же, всем привет, друзья, с вами я, Супер Тёма, и сегодня мы будем сочинять музыку. Да, именно музыку на инструментах. Итак, что же, я предлагаю сделать рок. Так, отлично, тогда нажимаем на первый плюсик. Думаю, надо бы, сейчас я сделаю погромче, гитару. Ну, может, вот так. Ну-ка, попробуем. Ой. Ой, что-то не то нажал. Вообще офигенно, вообще. Так, барабаны. Вот так. Очень классно получается пока что. Выберу пианино. Залагало. Подождите. Так, извиняюсь, чуть-чуть залагало у меня. Так, что ж, слушаем. Просто вишенка на торте. Так, отлично. Думаю, можно добавить скрипку. Вот так вот. Очень хорошо. Так. Идеально, блин. Вот я не знаю, как сказать даже это. Так, отлично. Теперь надо бас-гитару добавить. Ну, бас-гитара это святое. Ну, я думаю, что это заслуживает лайка. Давайте басов вообще сделаю прям 3 штуки. Так, делаю на фул. Ой-ой-ой. Удаляем это мы. Ребята, но просто я не знаю, что тут можно сказать. Изи! Давайте еще добавим. Подождите. Так, теперь плюс еще сделаю. Так. Thank you.
это просто волшебно, я считаю. Разве нет? И да, кстати, по поводу моего, ну, по поводу второго сезона Хиг. Так вот, не волнуйтесь, он будет, он начнется со следующей недели. Да, со следующей недели, я понимаю, что это просто пипец какой долгий срок. Да, но, извините, ребята, но приходится так терпеть, вот, потому что, ну, вы не представляете, это... Ну, смотрите, я успеваю выходить, ну, делать что-то, и то не всегда, только на выходных, потому что у меня вся неделя занята. Так вот, что же, со следующей недели, наверное, в субботу будет Хиг, второй сезон. Да, второй сезон, наверное, будет длиться уже очень долго, да. Так, что же, я предлагаю дальше делать музыку. Итак, что же, сейчас, наверное, сделаем хип-хоп. Давайте что-нибудь типа, как у Ивангая сделаем. Да не Ивангай. Ивангай вообще пипец там делается. Можно, думаю, вот так. Не, вообще нормально. Так. Ага. Ладно, пока остановим. Так, извиняюсь. Так, что же, добавляем вот это. Во, есть классный музон. Гитару сейчас добавим. Отлично. Гитару. Вот так вот. Так. Добавляем вот это. Вот, даже не знаю, что сказать. Тоже, по-моему, очень круто получается. Так, попробуем вот так. Вместо этого голоса бас-гитару надо еще.
скрипка не нужна. Вместо скрипки поставим бас-гитару. Ну, согласитесь, крутая музыка получилась. Итак, что же, всем спасибо за просмотр этого видеоролика. Всем пока. Ждите со следующей недели. Новый сезон Хиг. Всем пока.